Ну а в Петербурге мероприятие все-таки поприличнее. В Петергофе прошел осенний праздник фонтанов. Главным событием стал мультимедийный спектакль «Советский Голливуд». Большой каскад музея-заповедника превратился в громадный кинозал. Ну а героями шоу стали звезды кинематографа 30-х годов. Режиссер Григорий Александров, артистка Любовь Орлова, певец Леонид Утесов, композитор Исаак Дунаевский. Мы отобрали для вас лучшие кадры.